Привет, YouTube, привет. Машинку эту мы уже делали. И Ора. Вот она у нас тоже. Радик попалась. Особо вмятинки, конечно, тут. Какие. О. Неприятные. И такая подростковая машинка. Естественно, тут красиво в ней. Тут и музыка вон там есть. И вот она разобрана. Будем ее ковырять. Вот. Дабы она... Капот уже сделали до этого. Он приезжал по вечерам там по чуть-чуть ко мне. И капот уже сделан. Теперь у нас остается крыша и багажник. Тоже все идеально есть. Вот они там вон, видно, да? Не так много и не такие крупные, как на крыше, поэтому мы начнем заниматься с крыши. Вот их красивых вмятин. Пришлось прервать показ, потому что сейчас вот эта музыка, клипы слушаю, смотрю, потом будут прийти на ютубе, что вы тут используете в корыстных целях и так далее. Нафиг нет. Ну вот так потихоньку уже крыша выходит. Конечно, кое-где, скажем так, скучно выходит. Так, наводись, резкость. Так, это не то. Вот оно, это место. Нет. Пришлось вот, конечно, вы видите, под увеличением. Вот. Пришлось вот так вот выковыривать. Почему? Потому что не хотела выковыриваться. Вот, а так, конечно, на крыше его найти трудно. Вот, в принципе, все получается, все нормально. Я думаю, нас ждет удача впереди. Вот, крыша уже готова. Ее хотим немножечко повернуть. Вот. Вот в отраженке, я думаю, всем видно. Выгонять ее сейчас на смысла никакого нету. Там ничего не увидеть, потому что на улице темно. А в инструментах, в принципе, все видно. Ну, не будем тут долго сниматься. Видно, что все нормально. Тем более на темном автомобиле видно все. И что надо, и что не надо. Мы решили немножко полирнуть крышу. Опять же, полировка начинается с мойки. Опять же, трезак. Где-то соточку, может, спилим, а с ним и какую-то царапин. Вот, ну видно, вот, допустим, вот здесь. Как вода лежит и как здесь. Вот здесь вот, конечно, вот это зачищено и как бы, ну, она проявляется и видно, где пошкурена крыша, а где как бы еще целина не паханая. Вот она. Ну, снимем дальше, что будет. Вот такое вот мы видим на крыше. Вот. От лака. Вот, не все, конечно, царапины ушли, те, которые глубокие, остались, но экспериментировать что-то не хочется. Подчистили трезак, а мы хорош, все равно будет нормально. Вот такие вот лампочки, все видно здесь вот, в люмках. Что есть, что нет, на улице ничего видно, машина как новая, а под лампами, под этими, даже то, что не надо, видно.
Ну ладно, омываем и вперед. Вот первый номер, после него смываем все, замываем, кое-где осталось. Как бы грязь, не грязь. Вот первым номером прошлись. Теперь будем вторым. Естественно, после такой полировки надо мыть. Мыть надо. Вот и полировальничек. Это мы убираем. Вот и берем второй номер. Вот такая красота. Тут как бы понятно, что что-то. Ну, после первого номера уже заблестело. А то было всякое вот мутноватое, как вот здесь. Это сейчас просто тут чуть. Вот рукой уже глянец появляется. Ну ничего, сейчас вторым номером пробежим. Шлифанулись, полирнулись. Теперь будем замывать, зачищать. Все это, всю эту гадость убирать. Ну, блядь. Когда дома будешь показывать, часы сними еще. Вот, часы снял. Тебя снял. А это у нас дядя Леша. Он живет в гараже. Покажу где. Вот, разломал, но он разломал гараж, и в нем будет жить, как товарищ Диоген в Древней Греции. Волшебная тряпка. Сам приехал, сам трогал. Оказывается, надо было ей. О, а, красота какая. А тряпка-то волшебная. Ничего не надо было делать, надо было тряпкой просто потереть. Чтобы вытянула сама, а потом тряпка. Ну вот какая красота. Оказывается, тряпка чудеса творит. Вот, сейчас это дело слегка приободрим. Дрись, дрись, машинка, приободрись. Улыбайся, твой. Да, кстати, улыбайся. Умное лицо сделай. А то так не получится, Артурчик. Она не трется. Не, да все трется. Все нормально. Все будет колясе. Ну вот, сейчас я тут иду. Разница ж видна, вот, допустим, блеск какой. И тут блестит, как у кота, глаза. В темноте. Да, в темноте. Выключай свет, ну, в темноте. А, кстати, вот тут царапинки, из-за которых мы, собственно, они так чуть подспрятались. Конечно, я-то вижу, но тем не менее. Да, но я никому не скажу. Вот, подзапрятались. Ну, что делать? Вот такое у меня освещение, вот это, лампочки, что они все показывают, что надо, а самое главное, что не надо. Люди заезжают и говорят, а у меня такая машина все поцарапанная. В 11.05. Да. А часы, вот одни 11.03, а другие 11.10. А где у тебя 11.05? Или в телефоне. Это мы просто дуркуем, все уже замучились. Работу сделали. 5.11. Вот. Вот такая красота. Ну что, пробегись всю машинку. Смотри, чтобы было приятно посмотреть. И пора валить, да. Нормально все получилось. Все гладко, чисто. А там, где не получилось, мы никому не скажем. Вот. И так будет все хорошо. Блестит, блестит. Красиво, красиво. Все. Вмятин нет и не крашеная. Все. Вот, глянь, какой на крыше. Какой на багажнике. На парковке был стоять. Я должен посниматься. В основном вечернее время 11.15.